замечательно. Успел тут опоздать. Итак, ребят, начинаем. Наше представление основано на басне Крылова «Ворона и лиса», но мы его немножко переделали и, в общем, начинаем. Уж сколько раз писала пресса, что стало жуликов полно. Но есть лохи же все равно. Сырин был дан нубэ-рандомом. Ну как был дан? Конечно, нет. Банально свистнула с кармана прохожего, который с пьяну на ближайший шел аукцион. И артефакт рукою крепко схвачен. На стул в трактир садится наш герой. Смотрите, и сюда допрел продукт для умственной задачи. Сырин за пивом решает, что делать дальше. Айка, известный мастер фальши, плетется сквозь кусты. Решив сначала, это чушь, подходит ближе наша краля. Нет, ее глазки не соврали. В руках у сорки ценный куш. Минута. Зреет план захвата в бесстыжей мелкой голове. Пошарив ручкой по траве, хитрюга молвит. Друг мой славный. Глядит, мужик ли? Нет, не он. Подруга, милая подруга, скажи, что там ты держишь туго? Неужто точно нубер? Цейрин на нее смотрит хмуро. И мысли лезут про места. Уж ладно б Крея или Рошар, но не засечь Нубера, дура. У королевы светских львиц Затараторила лисица. ты супер-пупер-мега-сорка и круче всех окрестных сорк. Певица лучше всяких гаг. Давай споем с тобой вместе. Но вот в ответ банальной лести чародейка показала фак. Айка, ответ не получив, и постояв еще минутку, уже взбесилась не на шутку. На горизонте нервный срыв. Последний план Айка, зевнув, застыла. Варежка раскрыта, желудок виден, цель гастрита. Видать, бессонница измучен, уставший бедный сорки мозг и потеряв раздутый лоск, зевнула смачно и со скрипом, выпустив предмет из рук. Нубер упал, а как иначе? Ведь все же сила тяжести, Ньютон. Айка захапала Нубера и убежала, радость пряча. Колдунья крикнула, сейчас ты хоть ну заорись, не страшно. И следом мат многоэтажный, цензурой вырезан сей глаз. Мораль сей басни в паре слов. Чтоб было всем на чем учиться, зачем нубер неумной сорке? Не стоит крик таких понтов. Всем спасибо, мы Спасибо. закончили. О, ребята, Это это вообще шедевр просто. Я бы тут аплодировала, но я жму кнопочку, классно. чтобы говорить. Ага. Аплодисменты, Нужно стать е! поаплодировать все-таки, я думаю. Да, давайте встаем, аплодируем все, потому что реально, ребят, супер и рифмы, и смысл, и адаптация, и это просто бомба, вот серьезно. Удивили просто, вау. Да, здорово удивили. Спасибо. Ну, чё, по коням и на ДК-сходку? Или все ещё в шоке? Сейчас, я думаю, как шляпу подкинуть. Сейчас еще на весь день кричать. Ведро один. Я вообще в шоке. Вы такие молодцы, что так придумали. Это так Да. необычно. Молодцы. Ну, мы старались. Да. Особенно Цейлин. Вы удивили ребята своим Я реально люблю. артистизмом и как вы к делу подошли. Вот прям большое вам спасибо за вечер. Прям с первых слов, если честно, я начала улыбиться как дурак, потому что реально я просто прифигела.